День памяти святителя Николаева мы будем чествовать 19 декабря. Как мы знаем из жития этого святого, он не раз помогал людям, нуждающимся. И вот одно из его дел милосердия, как мы знаем из предания, он совершил так раз накануне Рождества. Он узнал, что один разорившийся человек был на грани в такой тяжелой ситуации, что чтобы не умереть семье с голоду, он был готов отдать своих трех дочерей на грех блудодеяния, дабы заработать денег. И когда святитель Николай об этом узнал, он ночью в мешочке подкинул им денег, монет. На следующее утро хозяин нашел эти деньги, обрадовался и не стал совершать этот тяжелый выбор, толкать своих близких на страшный грех, и тогда они зажили хорошо. Поэтому люди имеют такие ассоциации с Дедом Морозом, то есть вообще Дед Мороз и Санта-Клаус, они имеют свои корни от святителя Николая, от того человека, который по ночам бросил милостыню, бросил подарки, получается, обрадовал семью, и это было так раз накануне Рождества. И вот так все и получилось, что в Новый год добрый дедушка с белой бородой приходит каждой семье и что-то дарит. Вот, поэтому верующим семьям лучше говорить, что святитель Николай подкидывает подарки. Он у нас закрепился на Руси. У нас часто такое бывает, что святые или какие-то события, которые случились не на нашей русской земле, а где-нибудь в Греции или еще где-то, русским народом почитается намного больше, чем в тех местах, где это произошло. И поэтому, зная житие святителя Николая, которое наполнено и страданиями, и любовью к ближним, и милосердием, всего того, чего нам не хватает в жизни, вот этой помощи Божией, святитель Николай в своих молитвах к нему помогает нам. И, естественно, когда человек чувствует вот эту отдачу, вот эту помощь, он начинает еще усерднее просить у того или иного святого заступления перед Богом.